выставку ставлю. Ребят, ну умираете от крутилки, будь посолочек. Ну тут уже стыдно реально умирать. Ча, релогнуть. Крутилка то сама не дамажит, дамажит дота, поведяю. Ну от водомета тоже очень стыдно умирать, но там люди получили ГП. Напоминаю, там два момента, когда надо напуливать. Когда заканчивается вихрь, и когда заканчивается демоническая форма. Нужно напуливать босса на танка. Кто из танков? А, ДК давай. Да, там суманите людей. Кирса, Парада, Норс. Пегастри так. Норс, ты откашешь? Сакру там будешь давать на вихрях. В конце там главное, чтобы откатилось. Чередуй Т4 прожимку на вихре и сакру с танком. Каску кулак поваром. Я Т4 прожму, когда скажете. Ну ты с этим, с пегасом чередуйся. А чё Кирс? Портье. Кирс здесь. Ставьте шкаф. Вот Норси немножко в каш. Вот Норси, конечно. Пришел Сумон Кирс. Настюшу не трогай. Так, полил. Понял, да. Настюша. Продайте кто-то сапрот. А этого босса сапрот не нужен. Я знаю. Лучше на следующего нужен. Я наперед думаю. Япончику обмен кинь. Почем ты продаешь япончик сапрот? 250. Ой, я тоже куплю у тебя. Сейчас бы, блядь, с гильдейцем сапрот продавать. Блин, можешь, да, я на свои личные деньги покупал эти сапроты. Все готовы, на давайте. На халяву дать, если возмущаешься. Начинайте. Сейчас бы вроде без сапротов ходить. При мне такой ходить. Стопните флут. Слушайте, виноват. Раньше одного сапрота хватало на два рейда. Наконец-то мое задание окончено! Эти боссы, мне кажется, вообще в принципе сапрот нужен. Раньше я раздавала ситуацию. Да, 4 есть. Вообще закончится. Геру дайте. Меня всегда интересовало, почему Геру не сдать на экзекутку. На самом деле разницы нет. Классов мало, которые бонус получают на хайде сейчас. Реально особо разницы нет. Где вы находитесь? На Кенаре. Сейчас пытаюсь не хилить только. Не хильте, просто его. Хватит хилить полной. Да хватит хилить АОЕ, блин. Это шаман. Умру еще. Я вообще не хилю. Все, я не успел. Бабл есть? Вставай. 3 секунды можешь мастера.
выпсор, отойди от него. Видишь, пахает рядом с тобой, ты видишь? Я вижу, кинуть нечего. Скучно. Колтунь, можешь поподнимать. Ну это, блин, не значит, что мы должны больше урона получать, чтобы вам было поискать. Форма. Ихарь, 3 секунды. Берите босс. Должен мне сопрот. Че он пошел по типам? Отказываемся. Просто закидываемся. Да и пончик еще есть у тебя за 250 еще продать сопро. Хоп. Он сейчас у тебя купит за 250, потом за 350 на аукцион выставит. Да. Бизнес. Браска, я сейчас немного занят. Давай пока. Нам бы сразу пластак купить. Че ты смотришь? Ты не ронишь? Дайте место хила. Ой, какой мейн спек? А? Какой мейн спек? Третий кусок. Шман. Может, ты мне уступишь хотя бы первое Т5 на офф-спек на основном персонаже? А что, у тебя уступи сколько? Ему на ДЦ. Ему 2 куска и больше ничего не надо. У тебя сколько есть кусков? 0. На офф-спек 0. Так надо менять спек, смотри, как я, и все, и ролишь. Изи. Ну просто у тебя уже третий спек или там какой ты собираешь, а у меня ДЦ это. Я вот с тобой -то точно смогу поговорить. Уступишь? Ты забирай. Че, где эти?
Враска, я Вульф сорвал, да, короче. Ну, он себе пришел. Хорошо, что ты посмотрел, на самом деле. Блять, у Денчика 6 кусков. На 3 спека. За так тебе. На будущее, да? Пульсар, а получил меч? Значит, не вижу. Что у вас там происходит? Еще сбоку вот в этом отведем. Будут поделить, не можете, все нормально. Хорошо. Вот исторический момент. Япончик на ДЦ полетал первым тебе. Да. Обалдеть, начало положено. Если бы он еще камушки вставил. И чанты повесил. Знаешь, вот с этим как раз таки, как только я соберусь, нормальный успех, ну, побегать. Будь уверен, я в первый же день соберу все эти камни, поставлю. Саша, я очень рада за тебя. Спасибо. Забери второго. Вы давайте шустрее, у вас на сегодня еще два босса минимум. Убегаем. Я знаю, что ты очень и очень хотел. Ты хочешь зайти помочь? Ага. Да нет, и без меня справитесь. А вот Байеру Мурагрим нужен наш на две шмотки. А там, по-моему, то, что ты линковал, я вообще такого ни разу не видел, что там... Падает, падает. Там ребут 20 минут, Байер, походу, пролетает. Быстрее бьем трэш. Фрусняша это, кто на что? Это я. Чек на ФК. Пульсар, проверь внимательнее, потому что босс пустой, я тебе отдал мне. У рейда пока что видно. И еще со званием рейд лидер, да, я смотрю? Фрусняша. Я? Рейдом будешь? Да. Конечно. Итак, ты успехи? Только узнал? Нет, я вон смотрю. Сейчас разберемся. Ты когда вступал? Меня опять не спрашивал про это. Ты имеешь в виду в гильдии? Или в дискорде? Сколько там вас закрывают? Так, у меня тут какие-то странности с мечом. Я вот... у меня два человека на обспех. Меч с Энтой ролили, это Враска и Вульфсер. Я вроде как отдал Вульфсера, но у меня в чате не высветилось, что я ему отдал. Босс пустой, меча нет. Где он может? Баки, потому что в системных сообщениях я тоже не вижу, что ты кому-то что-то от перчатки. Баки смотри. Посмотрите, у кого есть там вот в логах. Вот последнее то, что ты передал, перчатку поверженного заступника. Получил, да. Это да, это я получил. А. Никому не нужен. Это ролили по-другому. Ну босс пустой, реально. У меня тоже недавно такое было, блять. Я передал... А, я забрал шмотку, а она пропала. У тебя в инвентаре нету? Метки расставь, чтобы было удобно. Или ассист дай. Мы закрываем. Ну вот сейчас влеча уперлась. Должно закрыть. Ну босс, ребят, пустой. Типа, в нем реально нет. Я не знаю, что с мечом. У тебя есть донжен на сумке? Набей в поиск. Может, у тебя, блядь, сумки? Нет, у меня пустые. Типа, у меня первые сноты я всегда освобождаю, чтобы видеть, какой лут у меня есть.
Я все кучу. Значит, трилог не тесопа, я не знаю. В смысле, вы лича-то бабочки травите, что ли? Да в кере. А чё у тебя с персонажем, чё-то, блядь, шмот какой-то, 260. Так это твинк. Дима, какая у тебя гильда? Это... Лов. Мы потом с тобой об этом поговорим. Пошли на ту сторону. Да, вообще, про какой сервер сейчас разговаривал? Иди сюда, Критор. Проект 2. У меня main DC. Бесовый. Я на нем выжил. Я когда распадалась прошлая гильда, я пианисту предлагал поиграть на ДЦ. Он сказал, что-то нет. То есть в ДВ составе нужен был ДЦ, и тут как-то тишина. Я не знаю, Войт тебе ШП писал, кстати, какой-нибудь? Какой? Я днем спамил, блядь, я ж не могу взять гильдию, говорю, я не могу. 270-й, там, 25-й. Классно у нас сегодня. Почему ты не можешь брать гильдию, если у тебя есть право на прием? Ты просто не умеешь брать? Это уже более вероятно. Как брать? Могу кайт рассказать. Кайт рассказать? Открываешь окошечко гильдия. Shift F. Там информация, а там добавить игрока. А ты это со Слобиком, да, вместе гильдии был? Да, в особе. Суть не в том, Вой тебе не писал шипа никакой? Слушайте, а Вася, я Вася с тобой был в гильдии, да, в которой ты сейчас, да? Он в особе был. Ну, ребят, разбегитесь. Прикольно. Ты что, меня там совсем тихо сделал? Говорю, блядь, классно сегодня вступила ШП. Ты не видел. Вы наберите рейнджу. Четвертая группа рейнджу. Альтер 4 рейнджу. Ты 4 сдал. Живите. Классно, Чехов. Классно, Чехов, но... Так, пятилетку будет коронавирус передавать. Сервер 15 минут. О, как неприятно. Херачим трэш. Ну, в принципе, трэш-то мы успеем добить. Трэш, да. Нужно попробовать запулить. А босса... Не, мы не успеем, босс. На босса мы на этого тратим минут 10 очков. Можно почистить трэш перед Каратрос. Мурагрима, да, почистить. Еще и перед Мурагримом. Главное, чтобы после ребута он не резнулся. Не должен. Но если небольшой откат будет, может резнуться. Не, мы в любом случае почистим. Там посмотрим. Этого, ребят, можете бить нормально, он тут только паразит. Давайте большого сначала. Стойте там. Какой там? Нормально. Слава, проверь, пожалуйста, время поменялось на вторую кату или нет? 17:30, да? Да. Ну, 45 поставлю.
все, класс. Чего крити две пачки вот эти сразу? Чё так, блин, беспокоишься? Все равно никто не перейдет, блядь. Он очень просил, Блэк. А кто это? Или Робихаку. Какого он там? Очень просил, что никто не слышал. Это было ночью. А кто просил? Кто это? Кому дело? Блэк Силлер. ПКшечка. Блэк Силлер? Ага. А он ДВшник? Я специально спросила время, когда ему удобно. Он сказал ближе к вечеру. То есть, соответственно, перед ДФ вечерников. Так и днем ему никто и не закроет, потому какая разница. Вот вы все такие агрессивные, на самом деле, взяли бы и помогли. Фул коридор пошли. Всю коридор ночь до рейда можно убить на первую кату босса. Вторая. Вторую кату в ЛФГ собирать полчаса. Да, там, короче, паладин на втыкать не работает. Ни у кого. Там на мировых этих боссах вообще не работает. Альянс бить не надо, и все будет работать. Нет, ходил я туда, я все работал. Чего за сказки рассказывать? Я тестил, я специально без комбо, без альянса. У меня не работает. У меня просто сразу с удара пропадают скидки. И все. Может, на тебя какой-нибудь другой розы в лоб кидал, блядь? Чудесные молотки, помнишь, который Драгонсон говорил? Все у меня там работало. Если у тебя работает, то ну, вот может и не работать, потому что сиру. Если бы мы на офи играли, как мне такое говорил, тогда еще позора нет. Там альянс мешает, из-за этого он сбрасывается. Блядь, почти тебя... каждую вторую кату так. Смотри, у тебя ж не сбросилось, почему у меня сбросилось? Там, блядь, в одном рейде. Бафы разговаривать не надо, у меня тут бой. Не-не, мы хотели без всяких альянсов. Просто у всех выключается Т5 хилов и т.д. Возможно, кто-то убивает друг друга там на первой кате. Можно это типа... Это не на первой кате, мы про вторую говорим. Может, да, это взрыва, да. 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 Забери крышак, пожалуйста, ребят. Взрыв, когда маны происходит. Вам про вторую карту говорят, блядь. Эти трэш, сука, вы и так не слышите друг друга. Мы про первую говорим. Войт говорит про первую, весь рейд говорит про вторую. Мы поняли. Не, там все про первую. Войт, когда профы скачают? После божечка в четверг. Ты о чем, блядь? Когда Редвар хилить начнет. Находи-то. Иди похилим, что делать не могу. Холи ханта собирай, будешь хилить. Это станет. Ты представляешь, что это будет? Че, тебя перехилит, да все. Ну и пускай, буду рада только. Как из Overwatch'а, Анна. Стреляешь в своих и хилишь. Да. Не знаю, о чем ты, я в свое время... пробовал на холи пале играть, и мне нравилось в одно время. Конечно, что там играть-то, одна кнопка, блять. Ой, ёпты, на твоем друиде нахуй 5 кнопок, блять, сидишь там нахуй, пиздишь. На друиде вообще даже таргет выделять не надо. Хорош. Вот весь секрет раскрыли. На пульте трэш. Только впало на пульте. Каждый хилом хпс мерить, что такое. Войда на пульте. Не надо же его сорвать. Войд в мишке, ребят. Ну, я как-то с собой хилила ИК с десятки. Это была боль. Я в хиле чата ничего. О, вот это скилл. Это хилобилки. Это вообще просто... Дима, это скилл? Скилл хилов, это... Вообще, да. Я там проседал, как я сказал. Но это слаг.
Прикинь, если бы кто-нибудь бы прочекал специально бы тебя... Я сразу сказал, нет, при пуле я увидел, я понял, что я... А ты не переоделся и не успел? Не успел, да. Не успел? И да. Это как пианист тогда с РДДшной чешкой, с РДДшной тринькой танцевал тоже. Пойдет. Как посадили медведа ёжина в сове на зеркало. Это было весело. Так зеркало-то это больно. Да. На нем, по сути, может любой стоять и зеркало. Ну, если по пол хп ему отрывал. Да, если хп много, вот не хотела сказать. Если хп мало, то его и сложит быстро, да. Если бы хулипало верхили, то можно. Че там перебуто? Частенько не хулипало. 7 минут. Сейчас почистим. И пойдем курить. Я пытаюсь. Такая вообще хреново держит. Эй, давай, ты куришь? Угу. Че ты куришь? Да вот косяк забил. Сейчас раскурю. Дим, ты только после этого не уходи, мне спросить нужно. Хорошо. Угу. А хуй знает, чем не курит. Обычный самосад. Может, бочки хватит собирать? В газету еще, да, заворачиваешь? Ну, в древнюю. Бычки с окружением. 90-х годов газета. Самосад этот, в смысле, бычки насобирал в газету на трусы. Ну, хули с мусором. Не, кстати, табак, табак прикольно растет, ты видел, он такими мешочками. Сорвал, молодец. Не убегай, падай. Я поддержу, скажи ты там что-то. Трэш на эпигастре, эпигастре за хит. Максимум трэша сливаем. Он побежал на кого? Что вы? Есть какие-то наказания? Вон надо такая. Да тихо, блядь, закройте рот и бейте трэш. Так сейчас снова появится. Отведи его вот сюда, вот где вода льется. Можно, в принципе, геру сдать и быстрее так залить трэш. Все равно там дисконт будет, и все. А мудлоки, блядь. Простняшу захитить. Зауешьте трэш вот этот. Все. Что сдох? Да. Ну, успеть, да мы убивали пить. Пачку в прошлый раз. Я диван даю, короче. То, что вы не, сразу ложиться. Давай. Там хуйня. Огронь не спадет. Пускай лучше встанет кто-нибудь. Сейчас фаун. Да, спадет огронь, нет, пускай стоит в диване, рекут, чтобы потом резнуться, зачем стоит. Сяо, не убегай. Да, может человек просто встать и все. На какая разница, ты за 4 минуты что-то сделал? Можно пачку залить. Пачку? Да мы заливали. Да. Вон, смотри, он отагрился, что ты рассказываешь. Если. Я тут возле босса. И со мной вульфсор валяется. Тоже можно и зацепит. Там, когда этих мурлоков пуляет, смотрите, чтобы они далеко от босса отошли. Да, так... пал побежал. Бл-ешки, посмотрите. Точечная лестница у нас, те, кто далеко. А как у него ник, блядь, висял, так и есть. Че, агрим, нет? Ну, бафнуться сначала надо. Сейчас, так, поднимем. Три минуты. Надо еще маны попить. Пойдемте назад на совет лучше. Зачем нам трэш-то? 3 минуты ребут, давай, стопай. Пошли на совет и этот, как он называется? Это, офаемся, ну типа перекур. Пока ребут. Чтоб сомнения не пушили. Бывает, слышишь че? Ты прекращай эту хуйню, не кури, блять. Где ты был раньше, блядь? Редварчик, а ты по ЗОЖу? Что еще раз? Ты по ЗОЖу? Ну, вообще нарколыга старый, блядь. На опыте просто говорит. Судя по тому, как он слова выговаривает.
Да ладно, не ругайтесь. Этот как он называется? Я решила смягчить, но Богосоюз, да. Ну, по-моему, только хуже сделаю. Все, курим. Главное не отсвечивать, как говорит Враска. А у кого он этому научился? Не знаю. Вага, я в ГБ положил там вороночку, то ешь. Хочу как Денчик научиться не отсвечивать. Какой-то талант, блядь. Ничего себе, один с воронок, нихуя себе. Да, нормально так нападало. Враска вам совет хороший дал, блядь, по-братски, а вы нахуй сидите, хуйней занимаетесь. Танковские прибыли. Сибаетесь на нем, блядь. У кого-то есть? А как он называется? Я посмотрю у себя на твине. Что, танк, как называется? Танковский припод, Дима спрашивает. Как он называется? Настойки, по-моему. По-моему, да. Если успею, до ребута посмотрю. Настой интеллекта называется. Это твой танковский припод. А он паладинами не играет, тот забей. Это для Вары вообще-то. Любой припод на танк не имеет. Какого, кстати, там. Вага, там уже кое-кто интересовался по поводу забора воронок из КП. Там тебя... Попытка, не пытка. А продаются вообще воронки? Ты их в ГБ просто так ложишь. То, что там лежит 28 штук, я туда докуплю еще 14 положу, и это не продается и не раздается. А вот то, что с этого КД, это все распределяется между людьми. Кому надо открывать Т5 или делать мета-сокеты. Короче, фартануло тем, кто на этом КДС Т5 полутал, на халяву распечатать. Ну и дальше что же самое будет? Нет. Да. Слушай, Вага, а с какой целью эти воронки будут лежать? ГБ просто так или как? А как это запас? Никого касаться не должно. ТНЗ. Еще вопрос. Ты писал о том, чтобы там танки, хилы тебе писали по поводу, что кому надо. Это зачем? Не хилы, а именно мейн спек танка и офф спек танка, чтобы мне было кого рассчитывать на ОКХ. Ага. Да там и хилов периодически не хватает. Это про вечерний рейд? Дима, я не успела посмотреть после ребута плана. ОКХМ это не вечерний рейд. Это просто ОКХМ. Что вам в смысле? Это вечером идет. У вас в смысле бывает, что у вас на Лара танков не хватает? Что? И никуда танков не хватает? На робот? Как ты думаешь, если Редвар и я спекаемся в танках, хватает ли нам танков? Я спрашиваю, на кого босса не хватает? На робота. Там, блядь, Лар 4, робот 6 танков. На роботе 6 танков? Ну, да, и все протовары должны быть. Это в идеале, конечно. Надо, короче, еще взять эту, блядь. Походу, на стамину надо профу взять. Я там спрашивал, блядь, на какой ты спек сменил свой спек, блядь? На танка. Он мейн танк теперь. Нихуя себе. Слышишь, Вага, Луцин недоволен, что я мне минус 50 ЕП сняли, а я, блядь, выше его по приору. Я выше его по приору, прикинь, да он не доволен. Выше ты, я выше. Вопрос был в том, ты стал возмущаться, почему с тобой ролят другие танки? Я говорю, я тоже могу возмущаться, а что ты со мной ролишь? Ролят другие танки, чувак, который по левелу вообще, блядь, не должен попадать. Я про это возмущаюсь, ты понимаешь? А не то, что другие танки ролят. Если у него есть приор, почему ему нельзя ролить? Если ты в ГП налутался и кучу шмота, почему нельзя другому одевать? Чекайте обнова на 70-120. Ладно, я постараюсь объяснить на пальцах. Вульфсер танковал контент, пока ты вообще не знал, что такое слово танк. Доходчиво? На классике играл. Нет, я в реалиях Сириуса говорю. Он из старичков, ребята. Все равно, просто мне просто интересно, он, блядь, когда оденется, он не уйдет с ДВ состава. Больше вот это интересует. 300 метров обнова. А как ты думаешь, если человек из его желания рейдить в ДВ составе, ему время подходит, он уйдет оттуда?
разные вещи, блядь. Он временно здесь находится, блядь. Не временно. Первый, или, блядь, я что-то... Ну, я-то это все знаю. Это же, наверное, главное, как я распределяю людей по рейдам. Если тебя преследует навязчивая идея, что ДВ рейд сгибает, то это не так. Навязчивая идея, мне это нравится. Хрена себе тут обнова. Ну, это, наверное, софт переработали с протпалами. А чего с протпалами так? Вот из урона спроси. Пока 122, но там, говорит, кто-то еще 300. Пойду-ка 323 я... метра у меня обнова. Нормально. Кто-то на форуме обнову читал, нет? Че есть? А еще вроде... Все пока не выложили. Не выложили? Да. Не вообще на форум не заходит. Потому что Дан молчит, он мне обычно информацию скидывает. У меня 55 метров качается, не знаю, какие там. Сейчас вырастет. У меня 222 метра. У меня тоже пока что. Вот там, какие 300, я не знаю. От того, как вы обновляете клиент, блядь, размер зависит. У меня типа вообще 8 мегабайт написано. Сейчас увеличится. А почему у тебя столько много эпигастры? Ну он быстро, видимо, скачал. Поэтому у нас тоже, скорее всего, вырастет еще раз. Ну 400, блин, нифига. А хули у меня не качается ничего, блядь, кто мне объяснит? Проверку нажми. А да нет, нажми? Ты это, закрой лаунчер, открой заново. Бой, точно объяснить? Жаждешь это уже? Уже нажимал я это самое, закрывал и открывал. Бой, сходи покури, блядь. Это все из-за протвара. Ну-ка, обновить сейчас нажал. О, что-то ищет. Типа 222 метра, короче, обнова. Да, у меня тоже 222. Ой, сайт, Лёх. Что-то проверяет у меня. Ну, давайте пока это... Ну, знаешь, когда ты качаешь 222 мегабайта, это со скоростью 0.0. Все-таки интересно, почему столько много? Гильдхаус, наверное. Мы что-то большое выкатили. Может, ДХ наконец-то сделали? Мечты сбываются, господи. Слышал, нихуя, на форуме написали, щит на протовара сделали, в натуре читать. Второй? Легендарный, первый. Там плюс 300 тысяч. Ну как бы понимать, как бы легендарный должен одеваться третьим, а не первым. А там он вместо пушки одевается. В две руки, я же тебе рассказывала, в две руки и третий щит на лоб, чтобы... Да, на голове, голове. Такой, вместо шлема, да. Да-да-да. Ну или попу прикрывать, тоже нормально, согласен? Мне кажется, скоро сделают, потому что такой обновок. Проще двуручный щит сделать. Я как на санках зайдем еще. Да. И там на щите, короче, 300 резиста. Теперь протовары будут самые лучшие танки. Борис мечтался, да, ребят? И просто там еще написано класс вар только. Ну, то есть паладины тоже в сторонке нервно курят там. 300 резиста. Ты не проснулся, Войд, потом или что? Да нет, наверное. И называться он будет кусочек фольги, да? Угу. Ладно, дай человеку пооблизываться немножко. Бля. Да тут не облизываться, тут слюни текут уже, надо подтирать. Вы знаете, блядь, когда играешь на циркуле боссаном, где вары просто как говнище, ну, в роли танка. Хотя я там тоже затанчивал все. С чего на циркуле протопал, ой, протовара говно? Приходишь такой на Сирус, а тут Т4, нихуя себе, шивай на рейд, блядь. Это было кайфово. Ну, сайт вроде восстановился. Так, ищем... Что-то нету? Ищем обнову. Чего вышло? Там в Дискорде же должно быть написано. Они поздно выкладывают. Позже, чем на форуме. Угу. Не оперативно работают. Можно вопрос? А сколько раз вы качали что-то на 200-300 гигабайт? Ой, мегабайт, и никаких обнов не было. Вы надеетесь обнову? Может, это графика. Не, Кова, там ночью писали, что типа будет реворк протпалы и совы. Сегодня, типа, завезут. Видимо, это оно. Не-не-не, они квест починили вот этот, лишить легион. Только он писал, что утром должно. А быть. Может, это Джайна, ребятки? Кстати, да. В начале КД бы им вряд ли бы они делали.
Это долг, когда... Кстати, насчет Джайны, пора бы уже завести чуть-чуть. Протопалов или протоваров? Вот Пала и Саву реворкали. Протопалы что реворкали? Хрен, мать. И специально для Вара, блядь, деревянный щит сделали. А деревянный меч для Редвара. Знаешь, как это у вас, господи, с новолуния, вот эти вот пластмассовые штуки. Кстати, вот щит и ему подойдет, и тебе подойдет. А щиты и так деревянные, то есть ты не знал. Мне, если сложно будет, я и посох одену в Хелену, чё ты? Будете вдвоем свою жопу прикрывать. Пропалов там уже, вон написано. Формула изменена, 4 куска ты. По поводу... Ладно, я... Это пошлое. Ты чё, деревянный щит, это минус 20 к файер-резисту, блядь. Не так поймете мою шутку. А у всех скорость скачивания маленькая? Да, Настя. Да, это потому что все одновременно качают обнову. Знаете, там, кстати, для хантов я не завезли копье деревянное, то по 9к в контроле. Ну, сейчас вот люди как будут докачивать обнову, будет скорость увеличиваться. Не знаю, почему они в этот... Я говорю про босса. Совет последний или дальше пойдем? Два босса на сегодня. Каратрос и Мрагрим. И на этом на сегодня все. Ну, вот два, говорят. Зайти бы еще. Два босса. Смотря сколько людей отвалится еще после концерта. Так, я пока отойду. Пока качается. Двух боссов это 10 минут на каждого. Ну, кто уйдет, тот уйдет. Замены можно сделать. Дело-то не хитрое. Опираясь на то, что когда ты спрашиваешь, кто жмет «да» и идем дальше, и там сразу, блядь, я вообще не успел проголосовать, уже говорю, мне куда-то. Мне кажется, это маловероятно. Ну, там просто нужное количество нет, нажали, что уже не пойдешь дальше, и все. Что ты будешь делать? Ничего. Уже дерево пишет, он до 16 ровно. Сейчас, кстати, да, времени много уже. 43 минуты. Голосование сделаем, посмотрим, что получается. Слушайте, а всегда так было, что, короче, вот делаешь вот эти первые 4 квеста на охоту, и типа сразу следом дается охота. Всегда так было? Да. Да. То есть я сейчас могу, получается, в десятке еще закрыть разок, да? Ну, да, сможешь. Только тебе надо будет Грульмаги Гер идти. Грульмаги Гер завтра. 4. Я тоже, когда там еще первый... Квест не обновится. Это поменяли. Какой квест? Нет, у него там 4 квеста на охоту, и потом еще одна охота дает. Ну, да, типа все 4. Объединенные. Да, объединенные. Ну, я взял его, типа, то есть, получается, могу сделать. А, после Каражана ты имеешь в виду? Да, сразу первый. Да, должно быть еще одна. Ну, все, надо. Как ты взял охоту, блин, без квеста этого? Ну, 4 я сделал по отдельности. У него не охота, а именно боссов у него были квесты убить. 4 босса. А потом дается уже общий квест. Да, я просто думал, что оно дается через неделю, типа, блядь. Не-не, вот это нет. Просто давно делал, не помню. Да, я забыл, что это. У меня скорость то до 13 метров растет, то до нуля падает. У меня 0.04 максимум. Не знаю, я только, короче, 115 метров. Короче, будете проводить еще одного войда с какой-то вина, блядь, в рейде. Как это еще одного? Их всего 3. 4. Нет, почему 4? Один основа уже. Блядь, охуеть, все равно столько персов. Один основа и 3 твина. Да ты столько надеваешь, ты им, блядь, со всеми не сможешь поиграть, ты понимаешь об этом?
Почему не могу? Не смогу. Ну, в смысле, смотри, ты одновременно с ними не сможешь поиграть. Одновременно и мне не надо. Тебе придется вот на джане. Ты типа наденешь и потом хуй забьешь и другого будешь делать, да? Да не, неправильно. Ну вот, конечно, когда, допустим, я ДК делал, я же все равно им захожу, играю. Раз в полгода ты ДК заходишь. По пальцам можно. Ты хочешь чаще видеть моего ДК? Нет, я вообще тебе говорю на твой ответ, то, что ты говоришь, я тебе говорю, что ты неправду говоришь. Вот и ты. Чё неправду говорю? Говоришь, что ты, блядь, на ДК заходишь. Я тебе говорю, что ты на него почти нихуя не заходишь. А, почти нихуя. Да, ну это не считается, наверное, да? Все равно заходишь. Блин, Даска, он по вечерам частенько заходит. Хули захожу, что нет, при чем тут вечер, блядь, и деварейт? Мне вот, я не могу понять вообще. Ну, так смотри, смотри, у нас, допустим, Кават по времени. Любит моего ДК просто. И Гевка тоже, да, они иногда ходят туда, иногда туда. Такие, как Простя, Престом там, Шаманом там, таких много ребят. Поэтому ты вот на деварейт лямку тянешь, я по-доброму говорю. Но по факту, блин, человек заходит. Если надо, наверное, зайдет и в ДВ ДКшником. Так я туда и захожу, на этого, на Халеона. Ну так вот. Или на Джайну. Ну вот, да. Или на Джайну, блядь, два окна. Да-да-да. Теперь будет три. Не, я не буду больше два окна, ну его нафиг. Мне не нравится. Да надо в три уже, ну чё в два. Угу. Надо повышать скилл. Хули экран большой, теперь, блядь, буду окна просто рядом ставить, чтобы, блядь, быстрее. Через полгодика Войт на всех твинах сидит, рейдом 25 человек, с одного компа, и Джайна шоты. Твой монитор покупаю. И сам себе, слышишь, релит, да, ты залей идр, да. Ты, Даша, если у тебя будет второй монитор, ты фактически не сможешь играть. Да, ладно, ты, наверное, Америку сейчас открыл. Один-единственный вариант — это играть, как его, блядь, сейчас скажу. Мультибоксом. Вась, там, давай, да, да. Вась, по поводу того, что пишешь, пошли в ты мышку переводишь, когда на другой моник сразу, типа, чтобы у тебя сразу туда управление переключалось, это изи можно делать. Можешь двумя мышками, блядь, управлять, нахуй, экранами, блядь. Да еще, вот что, мне делать больше нехуй, что ли, вот как думаете? Блядь, ты же одеваешь, надо отрабатывать. Так, если я одеваю много персов, это не значит, что я должен одновременно играть. Там нужно понимать, что ДК и еще твой класс. Но ты же их одел, у кого-то кусок этот бах и подсек. Да нет, там есть люди, у кого ДК есть. Кому надо, тот свой кусок урвет. Как тебе в раз сказал, надо отрабатывать, блядь. Я б не сказал, вот скажи это, блядь, Драгону, который, блядь, до сих пор без грудака, наверное. Блядь, бывает. Ну тут некоторые люди по полгода шмотки выбивают, да, Элрей? Не, мне просто япончик, слышишь, расскажи мне вот просто, как так получилось, что... Пошел ты в жопу войти. У Денчика, блядь, на третий спек 4 куска. Т5. Я не могу, блядь, Денчика уже нету полгода у нас, как ты не можешь забыть про него? Просто интересно мне говорить, чтоб я спросил просто, когда что-то говорил, вот у него лично. Я сейчас решил спросить, как так получилось, блядь, что у него 3 куска на третий спек, 6, ой, 4. Знаешь, у нас есть такой на сервере паладин, пианист. Вот, задавай все эти вопросы. Раска, и... тебе не похуй? Он все равно этими спеками, грубо говоря, играть не будет. Какая люди, тут хуйней занимаются, там, третий, четвертый спек, если собирают. По факту или, они, блядь, двумя спеками я будут играть. Я тебе отвечу, Раска. Знаешь, как я тебе отвечу? Сначала он собирал на мейн спек, потом он начал собирать ретрика. И потом уже... Лёша пришел и сказал, типа, нам нужен танк паладин. И типа, вот, он подходит идеально, давайте ему собирать третий спек. Кому? Пожалуйста, вот мы ему и собирали. Кому? Денчику? Он Денчику. Сказал, Денчику сказали спекаться в танка. Займите третий спек и спекаться в танка на ОКХМ. Зашел в игру и сразу системное сообщение, перезагрузка 30 секунд. Мне странно то, что я тебе писал, то, что пианист лично говорил, что я не знаю, что ты не слышал, и что, что все куски на танка мне отдавать. Все вот эти шмотки, сапоги, там, перчатки. Как это не вяжется с тем, что ты говоришь? Слушай, я тебе серьезно говорю, типа, когда мы приходили в ОКХМ, вот, стоял вопрос, что, ну, не хватало танков. Ну, просто не хватало. А почему, а почему спекался в танка, блядь, не Денчик, а я в ОКХМ? Тебе ничего не говорит? Блядь, ну, что его не было, наверное, Денчик. Что, может? Но он не,
Он не приходил, может, тогда. Потому что Денчик был в хиле. Он в хиле, а, просто объясню. Потому что Денчик у нас был единственным на два состава Холли Палом, понимаешь? Почему? Это странно. Если бы у нас были другие варианты, нет, там еще раз Назар есть. Пианист играет, я вот специально спрошу у него, блядь, говорил он это или... Просто очень интересно. Вообще капец. Ну, Розария, понятно, что он есть, но с его графиком работы он как бы не сказать, что у нас всегда есть. Праска, поутаешь ты себе нахуй, даже на 3, блядь, на 4 спека нахуй. Я не буду, зачем мне на 3 спек, блядь, лутать куски, если я не буду играть? Хуя мне их лутать, вот объясни. Ну что ты заявился по поводу шмата? Мне интересно, как чувак, блядь, лутая на 3 спек, выше приора, чем офспек. Вот мне просто вот это интересно. Я заметил, что ни одной недели КД не проходит, чтобы Враск не вспомнил, блядь, про Денчика и про его степ. И не начал. Вот, Денчик, я с двумя кусками на первый офспек на хиле хожу, не знаю уже сколько. У нас столько людей полутали себе на два спека полные куски, что я как бы даже не считаю. Раска, смотри. Мне не нравится. Тебе нравится в танки ходить? Давайте будем собирать в приоритете танка, но ты будешь приходить на УКХМ в вечернем рейде, если тебе так нравится. Ну да, кстати, чуть... Я просто не могу понять, если вам это, вы считаете, что это нормально, что чувак имеет, да, на мейнспике 2 да куска? Да его нету на, уже, на, блядь, 2 да, недели, это или 3. Это же было, блядь, в гильдии, это же, блядь, уже где-то там. Да вот тогда было на. Совсем другое все, сейчас да по-другому. Не было никогда. Праска, ты понимаешь, что пиздец. Это было при другом руководстве даже? У нас половина людей... Нет. Вы хотите сказать, что, блядь, у нас раньше было офспек, похуй, на какой, на третий или на второй было у нас? Да. Разве? Я тебе так же скажу. Не давите Враски на больную мозоль. Блядь, он сам этот вопрос поднимает. Если РЛ конкретно не спрашивает, на какой офспек, никто даже не говорит, я тебе так скажу. Это было многократно, и не раз, и не два, даже не три. Да, была такая хуйня. Ага, ты же был, ты же знаешь, вот, у нас вот было просто, такое. Вот я тебе нет? просто пример приведу. Когда я пианисту сказал, что я хочу себе попробовать 4 куска на хиле, он мне сказал, что ты с двумя хорошо хилишь, тебе не надо. Я это лучше кто? Новому хилу какому-нибудь. Это какой класс? Шаман. Нет, шаману надо 4. Блять, хорошо. Понимаешь? Еще пример. Я собирал офспек танка. Я не знаю, сколько месяцев я не мог собрать нужный мне кусок. Два раза мне пианист говорил, полутаешь потом, и кусок отдавался Байеру. Намек, наверное, понятен. А потом я тебе я же не просто скажу. Так, блядь, в рейдах. Да, второй или третий тебе... спек. Ну никогда же у нас такого правильно не знаешь, было, что офспек и офспек, вот, блядь, одинаково ролятся. Вот в одни из последних КД, когда он еще был в гильдии, он сказал... Я не знаю, почему у вас нету 4 кусков на втором спеке, когда у меня 8 штанов лежат в ГБ. Это он мне сказал так. Ну, охуенно, чё. У него все спеки собраны, я знаю. Просто мне вот эта фигня, когда мне нравится, вот кто-то апеллирует, что у меня так было, типа, пример ставит. Это не Раска, значит, что у всех, блядь, там... Я себе собрал на мейн, на офспек Т5, и мне, знаешь, как заебись, мне вообще вот эта тема не волнует. Только хорошо, Раска. Я вот примел пример на себе. Кирс – второй человек. Есть еще люди, которым также отказывают. А есть, например, тебе вот Полина, которой надо бы взять на мейн-спек. Ноги Т5. Пианист, ты слышал, что по этому поводу говорил? Нет. Слышал, не знаю. Не дам никому ничего забрать. У вас была возможность, какая-то возможность, все это лутать, а сейчас, типа, не дам. Только возможности, по факту, не было у людей. Он по-другому говорил, невозможность, он говорил, ну, блин, типа, то, что люди не говорили на моем месте, вот как я говорю, я не знаю, это их не проблемы. Они выражали свое недовольство? А ты думаешь, это имело вес какой-то? Веса не имеет. Когда имело, один абсолютно. Человек говорит, это не имеет веса, когда а уже несколько человек говорит, по-моему, имеет. Ты никакого против веса не сможешь иметь против ГМа. Никогда. Если ГМ находится у руля, на нем лутер и РЛ-ка, поди ему докажи, что ты там, в чем прав или не прав. Ты как думаешь, я сколько времени общался с пианистом по поводу бис-листа на ретре до реалии?
еще, если ты вспомнишь что-нибудь про офспек, вспомни про меня. Я больше чем полгода бегаю в ДЦ без вообще ни единого куска у меня нет Т5. Ты мне вот это только говоришь? Сегодня первый. Ну да. А у тебя уже танк собранный. Меня не волнует, я тебе говорю, то, что ты выйдет. Меня интересует, как человек ровил на третий спек, блядь, выше, чем я на второй. А ты вот понимаешь, это... этого никто не знает. Никто не знал, что у него такие спеки, понимаешь? Чувака типа, да, блядь, ретриков спек стоит, а он ролит, блядь, тринки на танк, блядь, одинаково со мной. Я тебе уже объяснял. Я видел, что у него одетый холик. Нет, если тебя не волнует, что у него на второй спек, то что спек должен волновать? В приоритете на танка я всегда... Потому что он на луте, разве нет? Не надо тут в приоритете, но в спек я тебе отдавал шмот, а не Денчику. Так что не надо тут говорить. То есть, грубо говоря, там упадет какой-нибудь щит или пояс, или еще какая-нибудь... Давай, хрень. Пожалуйста, я не надо. Я. Смотри, плащ скеля Денчик забрал первый. Сапоги он забрал первый, блядь. Еще что-то, блядь, там, я не помню. Все первый, все после него я забирал. Как ты мне говоришь? Я короче, перебью вас. Я так понимаю, РТ у нас все, да? 5 минут осталось. Тут пока обнова скачается, пока что, блядь. За что-то я тебе уже сказал, когда... Ну, совет-то мы убьем. Совет мы должны сегодня убить. В идеале, чтобы все как обновятся, зашли. Там мы решим уже, что к чему. У меня вообще не качается, у меня сейчас на месте стоит, нахуй, все. У меня то же самое. У меня 3% осталось. Есть уникальная возможность разрешить раз и навсегда проблему с враской. С его спеком. Мне кажется, если у меня мейн уже, а не офф, так что... Ну вот, если у тебя офф-спек ретрик получается. Теперь, да? А который мне ничего не надо, если ты про это. Ну вот, теперь ты будешь на мейн-спек танка ролить. Круто, да? Это не круто. Почему? Что тебя не устраивает? Меня не устраивают люди, которые сейчас будут ролить наравне со мной, которые, блядь, не танчат. Вот это меня не устраивает. А-а-а. Ну, значит, они после тебя будут... Значит, я что-то не понял. Люди будут утать твой танк шмот, потому что они вредят, типа, не ходят танком? Я же правильно понял? Ты все это сейчас сводишь к Вульфсеру, верно? Ну, как я понял, да. Только... А почему ключевой смысл? Я прямым текстом говорю, по-моему. Ключевой смысл в том, что Вульфсер имеет мейн-спект. Как только он выбьет себе хотя бы 2Т5, он уже будет танчить. Сейчас его просто спекают в холика, потому что он агро физически не может удержать людей, которые одеты в 4Т5. Нужно еще проще поступить. Холика. Задаем я простой понимаю. Вопрос в Раске. Сколько у тебя на танке Т5? 3. Какие куски тебе надо? Голова мне надо. Только голова, да? А как я ее забираю по приору? Ну вот, ты ее забираешь по приору, тем более. Какие у тебя могут быть опасения? Ты ее первый заберешь. Даже если Вульфсер будет рейдить, ты ее просто заберешь и все. Остальные пускай он ролит, потому что они тебя уже есть на мейне. Какие могут быть проблемы? Я не понимаю. Из чего вы тут, ну, раздуваете? Из мухи слона просто. Он два любых оденет, там, плечи на это, перчатки, и все, и будет танчить уже в двух кусках, будет агро. И все, и ты прекрасно будешь смотреть, как он танчит. И все мы тоже будем смотреть. Вот, Луцинь, даже вот... Сотри это сообщение, пока его никто не прочитал. Сотри его нахрен! Сотри его! Что там, что там? Я тебя умоляю, блядь, я сейчас сам удалю. Сука, не могу. Был срач. Это памятное сообщение, не надо его трогать. Но нет, мне там... тоже это не нравится, вот даже ситуацию, да, вот с медведоёжным, который, да, триньку убрал, мне тоже вот это не нравится. Вот такое же может быть у нас получается? Да тоже нет, может. Ну за этим сейчас получше просто смотреть будем, и все. Ну было же, типа, да? Да было, блядь, ты понимаешь? Ты понимаешь, людей набирал неизвестно кто, соответственно... Я вам объясню. Кто там что умеет, не умеет, никто не знал. Я людей набираю, которых я знаю. А это старые игроки, которые были давно здесь. Медвеёж, который вот танчить у вас не умеет. Вага, ты в вот составе. Это ситуацию, вот в моей ситуацию, мне какая разница, старый или новый, в мою ситуацию это никак не решает. Ему он Гильдию вступил из-за того, что он был друг у Артемия. Артемий тут, его короче, если заходить через экзешник, то не выкидывает. Он выкинет через там...
3 минуты, по-моему. Нету этого сообщения с системой. Ну окей, сейчас попробуем. No launcher start, да? А по поводу того, то, что он танчить не умеет, вы знаете как? Вы его просите танчить. Он не умеет танчить, блядь, рейд ложить, давайте ему ГП пока не научится. И все. У него мейн спек уже сова. Его не надо ни о чем просить. Это делается проще. Если человек не умеет играть за конкретную роль, принудительно менять ему мейн спек. Уже и сменился все. У него спек. Нет, ну я просто говорю на тему того, что если кого-то что-то не устраивает. Ребят, правда, не выдает это сообщение, можете через No Launcher заходить. А обнову потом докачаете. А в это время, пока обнова качается, можно игру запускать? Да. Сейчас попробую. Кончик, у тебя где панель, гильдия, там, общение и так далее? У тебя тоже там зеленый квадратик? Да, все зеленое. Ну, это вот единственное. Какой зеленый квадратик? А, ну еще окно персонажа все зеленое. Ага. Вроде загружаюсь. И шемка не отсвечивает. Короче, что-то с интерфейсом они делали. Ничего, еще половина скиллов не показано, но типа просто иконок нет. Ну ладно, в принципе и так. Они гильдейские скиллы добавили походу, как вы, они так и были. Заходите через No Launcher, ребят, потом докачаете. Ну да, сообщения нету, типа, что выкинет. Меня не получает. Меня выкидывает с игры, Саша. Меня тоже. Меня вообще даже не заходит. Я скачал. Это, походу, единственный, кто скачал. О! Короче, гильдейские скиллы ниже, чем Т5, короче, иконочка. Что, выкатили? Можно почитать? Да. Ладно, опыт, там сделали. Ух ты, нехай гильдия, окошко зеленое. Шанс парирования плюс шанс блокирования делить на 100, умножить на показатель блока, будет урон. Там ретри капнули, ни хрена себе. Нихуя себе. Тут и зеленого много. Что они апнули? Окиньте, сколько почитать. Фурика опять унижают. Да, Фурика карают нещадно просто. Хорош. А где обнова? Дайте ссылку. Я зависла обнова. Ноль скорость. Перезапустил лаунчер. Моментально скорость выросла. Не вижу про товара там. Про товар такой плохой, что его просто не трогают. Сука. А у Луциня сколько приора у тебя? Еще нерфанули за 3 фурика. 15 с чем-то. Но я выше немного, чем ты. Где вы смотрите? Кирс, такую хуйню для фаера сделал. Ебать, как ШП апнули, охуенно. Армсов а тоже неплохо. А напала Т5 к молоту гнева дает урон, что применение возгорания. Такая хуета вообще. А зачем? Посмотрите, что холиком сделали. Ну-ка, что там холиком? Ух ты! 200%. Вот эта тема. Элбрил там вообще топчик будет. Это... Но это не очень сильно холиком. Это сильно. Смотри, у меня после круга хилит все, кто стоит в этом малом кругу по 800. Сейчас будет по 1600 каждую секунду. Молот гнева апнули, да, Палом? А чё у паладинов теперь под палов заряда не стак? Не останавливается? Все, понерфили, блядь, пацаны. Ожог у фаербола кидали? Что он теперь делает или чё? Все, да, теперь протпал не может выдать такое количество, 3-то с пол. В смысле, почему ты из пула, у тебя 6 стаков будет? Нет, уже стак не будет. Ну, а рамсов они нормально апнули. Вообще сейчас я одену Т5 и скажу, есть или нет. Че там по рейду, думаем? Ой, какая скорость хорошая стала. Сейчас моментом докачаю, 5 мегабайт секунд. А, да, невнимательно читаю, там 4 Т5 все. Переместилось с 2 Т5 на 4 Т5. Короче, не работают стаки в 2 куска, а не стакают. Да. А с 4 будет, да? Да. Ну,
два куска хуйня полная теперь получается. Короче, это все хуйня. Из фуриков делаем арсом и хуярим на. Арм все равно не будет больше дамажить. Фурик уже два раза нерфили, он все равно дамажит больше арм. Сейчас будет то же самое. Надо какие-то стаки сделать, как у паладина, чтобы они соснули нормально. Соснули они... нормально? Они энхов по... Или это не энхи? Энх. Энха они понерфили, да? Чуть-чуть. Там тотем не понерфили, так что... Как теперь два куска пала будет танчить, если у них бастион не стакается? Как с пула на... Никак. Нормально. Включай молодость. Пока, знаешь прикол в чем энхов? Я видел, как раздавака, даже когда у них не работал тотем вообще, 24к держал ДПС. Кажется, надо выходить, делать дуэль, стакать протопалу. 6 стаков и отменять дуэль и самонить время. Чтоб спула. Или просто взять 4 куска и танчить. Там пока на пол работает, уже нормально будет. Нет, раз в 6 секунд стак может появиться, понимаешь? И сколько ему надо ударить? Его надо, блядь, сколько секунд должно пройти? Понимаешь? Блять, есть роги, ханты с ебанутым напулом. Как раз хватит, пока ничего не настакалось. Оно и так стакалось раз в 6 секунд. Ну ты, у тебя с пула 6 было, с 2 куска раньше, сейчас только в 4. Ребят, там скорость уже хорошая, проверьте, у вас может быть уже докачалось. Да, обновляйте быстрее. Тут опускать. 4 человека зашло, вы о чем? Но у меня скорость хреновая. При том, что у меня интернет отличный. Так, и причем тут и это, комп у меня жесткий. Это не от интернета зависит. От чего? От ихнего, блядь. Если они, у них скорость маленькая, они раздают, какая разница, какой у тебя интернет. Ну ты же скачал быстро. Я, у меня скорость была 0.04 под конец. А вы то, что обновились уже, у вас зеленые иконки? Нет у нас зеленых иконок. Я вот обновился со второго. Нормально. Вот смотри, вот в книге скиллов, где раньше был способности Т5, ниже гильдию добавили скиллы. Это было так? Было. Иконка находилась выше. Выше. А сейчас она под скиллами Т5 почему-то. Что Т5 снять? Она все равно там, кстати. О, это то есть паладином еще и абсорба добавили. Там, кстати, говорил, как в гильдию играть? Смотри, я открыл окно гильдии. Где тут, блядь, пригласить? Нету такой... Информация. Нашел вкладочку. Что-то я по поводу паладина защиты, да? Ничего по поводу агро не вижу. Там агро дает бастион. А вот они убирают. Ничего не написано тут. Передвинули автоматическое получение стаков с 2 кусков на 4 куска. И формулу сделали. Апнули, говорит, паладина, блин. И урон этого бастиона зависит от блокирования и парирования. Да? А от количества целей не зависит? Зависит. Так. Мы тут. Теперь, короче... У всех скачалась обнова? У меня нет. Топ-танки вары, блядь, они пауэ. Дима, иди на сайт вручную качай, быстрее скачай. Один топовый там. Ты сам скачал, скинь мне тоже ссылку. Вот ты сейчас говорил об этом. Давай. Ты, Враска, да, спектр... В Дискорд скиньте, и все. Кротика, скажешь потом, что у тебя по агру, блядь? Причем тут агро? Достаточно, если с тебя не срывает, это уже все равно похуй. Понимаешь, паладин в априори лучше так. Но дело, знаешь, Враска, когда у тебя два куска, блядь, и ты имеешь агро охуенный. Причем, блядь, с самого старта. А другое дело, когда ты его, блядь, только набиваешь себе стаки.
Да, 4 куска взять-то и нормально будет. Суть в том-то, что паладин лучше танк, потому что он может умереть, да, один раз, который и не умереть. Ну ты понял, да? Вар так может. Умереть и все, и не встать нахуй вар. Может. У него есть ревностный у протопала? Ладно. У протопала есть. СС называется или что? Нет. Какой у тебя ревностный? Христовские крылья. По поводу ревности, это все хуйня. Пал лучше протоваров намного. Розовый никогда не будет лучше. Утешай себя просто. Ты полезный. Да никто не лучше. Сука. Как понять, что я уже скачал? Вася, смотри, я зашла, заново начала качать, у меня все скачалось. Да, по-моему, тут уже смысла, типа, рон надо делать, уже 11 минут, и, блядь, тут 4 человека, уже 2 в рейде, нахуй. Есть смысл, чтобы все зашли, ну, сделать рейдичек. Да. 3 человека онлайн из всего рейда. Я, паладин, и ты. О, жрецов тьму переделали. Ты слышал, братская, это, песню, блядь, паладин целка проносит один, блядь. Слышал такую песню? Нет. Послушай, блядь, для тебя. Я, кстати, слышала эту песенку. Шаманов опять понерфили чуть-чуть. Энхов. Энхов? Ну, они какие-то очень... От стихийного взрыва, типа, урон понизили. Смотрим, сколько молотки будет дамажить. Ну, чуть-чуть, не сильно. Слушай, они сказали, что Эршама фапнули, а по-моему, наоборот, блин. С этими стаками. Ай, блядь, бессмертный этой мотал. Андет, это нежить вообще. Это не мертвый, если на наш перевести. На славянский. В Англии. Там... И куда их переместить надо? На реворк. Дим, перемещать их надо. Там вот... Когда ты файл читаешь, там в конце написано дата или руру. И вот в эти папки, то есть или в дату, или в руру. Там один патч на дату рассчитан, все остальные на руру. Типа. Давайте мы уже эрозим. Ты заходишь во всирус. Блять, в онлайне 5 человек. У нас люди не знают, куда кидать папки, не могут скачать. Да какая ссылка? Там не нужна ссылка. Я просто лаучер закрыла, хоть и половина он у меня скачал. А потом заново начала качать, и вот там уже скачала очень быстро. Да, там два раза докачивала. Вот когда говорили, что, ну, там, выкидывает еще раз, там, второй раз докачивала. Я вот говорю, второй раз быстро докачалась вообще. Попробуйте, может, вас, типа, нормально. Вага. Что делать будем? Блять, надо, чтобы все зашли, и мы проведем РЧ. Бьем мы сегодня хоть что-то или все? 5 человек онлайн. А вон в Дискорде провести. Я вижу. Думаю, в Дискорде надо провести. Я думаю, это, все. Сейчас люди пока качать будут, пока зайдут, время, блядь. Мне в личку написало только 2 человека, что им надо уйти в 4 часа. Да никак не контриться, можно до завтра качать и говорить, что меня качает. Не ты понял. В смысле, Вага, они тебе написали 2 человека, блядь? В личку в Дискорде мне написало только 2 человека, что им надо в 4 уйти. Ты понимаешь, что люди сейчас обнову качать и докачать не могут? И зайти не могут? Прекрасно понимаю. Я запустил вот с сайта, моментально поскачивала все файлы. О, я же говорил, сразу накачивал. Момент. С сайта, я не знаю, почему они не могут торрент добавить в этот в апдейт? Потому что у них лаунчер багнутый. Мозгов не хватает, блядь. Очень кривой, криво рабочий лаунчер. Враска, им очень надо, чтобы ты пошел их, в их техподдержку работать. Они без тебя вот никак не справляют. Настроишь им лаунчер. Ты понимаешь, я заходил в инди-проекты, где по большей части все делали там 2 или 3 человека, у которых, блядь, есть торрент в лаунчере. Так, Дим, напомни, как у вас настой крепости? Настой крепости, наверное. Да, сейчас огляну. То-то я тебе в раз скину простейший аддон, блядь, спамер, нахуй, и ты, блядь, полчаса, блядь, час в нем разбирался.
Ты, блядь, рассказываешь мне это, ты сам там сказал мне, давай. Наебениваешь тут. Ты фантазер на твой. Я тебе тогда, блядь, объяснял вам вот, даже при ваге, блядь, минут 30, наверное, что там. Так, ладно. Что и как надо поставить. Напиши. Кто еще уйдет, кроме Прони, Коника, пока тут. А что по поводу охоты? Просто как зайдем. Нет смысла сидеть ждать сейчас полчаса, когда люди качают обнову, пока не зайдут. Пока мы убьем, это уже 5 часов. Блин, я не понимаю, у вас там трэш чистый. Заходи и вот 10 минут на босса на одного потрать. Ну я вот только из-за этого, да, хотел, чтобы все зашли, мы сделали РЧ, потому что только два босса стоят. Просто если на завтра будем стоять, это опять чистить трэш, это опять добираться до боссов, только потом так укрывать. А тут да. Все готовенько. Ипончик, куда спешить ДВ составу? Настой крепости — это на устойчивость банки. Ты не путаешь название? Настой крепости. Черная банка. Я говорю япончику, куда спешить? Я тебе в гильдию. Клинка. Я не в гильдию, на твине. Не то, что спешить, а практичность просто обычная. Ладно, до 20 минут. Можно подождать. Посмотрим, кто там прогрузится. И на этом-то перенесем на завтра уже. А зелье несокрушимости тебе надо, вот. Господи, ребят! Зелье несокрушимости. Зелье интеллекта называется. Зелье про товара. Так, черная баночка. Да-да-да. Да мне в рейд надо было, я так на медведя себе могу их накрафтить. Я думаю, что просто... Я просто смотрю, может, у меня лишние, я же их не использую просто. А когда ты пьешь припот на танка, я не могу понять, с пула, что ли, или что? На совете, конечно. Ты знаешь, как там боссов вшибает? Это очень хорошо, когда танк беспокоится о своем хп. О хилах. Он прошибает, блядь, по 50 тысяч. О холи хантах. Смотри, у меня есть стак. Хочешь? Да я себе смешки уже скину там потом. Я просто потратил, ходил куда-то. Я думаю, что тут в рейде понадобится. Окей. И вот. Непонятно, мы сейчас идем или нет. Вот. Просто вся суть в том, то, что у нас хилы привыкли свакать на боссах. Все заходит. Если... Ну, да. Зачем качать вот этот тут патч, если можно... Я не тебе все. Дам свой аккаунт, Редвар. Вы это привыкли пятером, шестером там рейд держать, просто, я не знаю. Подожди, я тебе хибис, дам свой аккаунт. Ты с каким-нибудь хилом договоришься, и вы весь рейд будете хилить вдвоем, и ты мне покажешь класс. Ты вдвоем хилишь? У вас 5-6 человек. А при ты этом... говоришь вообще фигню? Затнись. Говорит... При этом 2-3 человека. При этом... Нет, я просто хочу, чтобы ты доказал, что ты лучше всех. Ты вот развозишь говно по стенам. Да, бля! Как-то мысли выражаешь очень долго. У меня вопрос. Мы сейчас заходим? Да. Все, захожу. Браска, добрый разговор, ты просто взял и обосрал, ну такое. Типа, когда есть чем сравнивать, да, когда ходит он, блядь, с нормальными хилами, да, там в 5 человек или сколько они хилят, 4, типа, все, а когда в 6 не могут прохилить, он про это тебе говорит? Я понимаю, про что я он понял, про то, он что просто, ну, у нас добрый разговор, а ты обосрал этот разговор. В рейде 5-6 хилов, по факту и, грубо прав. Говоря, да, 3-4 прав. Человека хилят, а остальные свакуют, понимаете? Нет, потому... это, кстати, тебе говорит, ты ему говоришь, ему спекнуться он... в хила, при чем тут он? Да потому что у нас добрый разговор, еще раз говорю, он по факту прав, что мы настолько фуловы, нам хилить нечего, нам нужно брать и убирать несколько хилов и просто идти в напряжение. Я понимаю, о чем он говорит, мы, кстати, не ругаемся, вот ты просто взял и обосрал этот разговор. То вы говорите, что вам хилить нечего, то вы, блядь, не можете прохилить. Давайте мы тогда, если вам хилить нечего, давайте сопротивим. Да потом,
Потому что в ДВ-рейде там было... Сколько? 8 хилов в прошлый раз было, я не помню про хили. Что-то около того. Да-да-да, во-во. Вот. Просто отец помнит. Я там каждый раз вайпал все. Хочется быстро проходить, да, нормально, а не как, блядь, по 10 пулов. Да мы не об этом, Браско, да все нормально, ты че? Коля, ты думаешь набрать 8 хилов? Браско на своей волне. Просто вот все нормально, вот смотри. Вот когда мы убили Ока, вот смотри, мы убили Ока, и сколько у нас минут заняло прилететь в ЗС? Вот ты можешь мне сказать, вот сколько? Настя, иди к банку, Дало. У нас, блядь, вот мы начали бить трэш первый, через сколько времени? Куда я знаю, как вы там пошли? А, нихуя себе. А, блядь, наверное, минут